завода производит осмотр места происшествия. Кому автомобиль принадлежит? Жене. Управлял кто давно? Сколько золота? 829. Так, смотрим, руками ничего не трогаем. Так. Смотрите, просто чтобы понятно было, здесь золото содержащий концентрат в ведерке, а здесь шлиховое золото. Так что раскидали, да. Мы-то это не делали, мы это даже не взвешивали. Это взвешено было тем, кому... Драгня — это большой корабль, ходит там с 5-этажком. Все это в себя там. Ну, с колоссальным опытом. Во всем всего. 3.91. Что обозначает? Ну, процент золота. Побывал, да и стукнула, она отвалилась. Шланг отдельно. Да.